Здравствуйте. Так я вот так себя поснимаю в зеркало, чтобы было видно. Сейчас мы едем на турбазу Чече, которая находится примерно 2 километра от озера Манжеро, которое в Горном Алтае. Черти что говорю. Горном Алтае. То есть это моя первая поездка. Я надеюсь, будет она интересная, захватывающая. Мы едем вчетвером. Еду я, Ира Райхель, Наташа Коноплева и муж Ирины, Александр, ну, который, естественно, нас везет на машине. То есть я вот собралась, моя сумочка. То есть я уже готова, жду, когда они заедут, и мы поедем. То есть я попытаюсь снимать по пути, посмотрим, что из этого. Ну что, ну это пока вот мы только начали, вот первая проблемка у нас. У нас вот машинку еще из города не выехали, а машинка уже закипела. Шанс есть, что доедем. Но недалеко. Так, вон водитель наш работает. Так. Ну все, пока. Да. Пока. Это придорожная гостиница. Не доезжая до Бийска. Это туалет местный. Одно название. Наташу не будем снимать. Так. Вот этот бункер. У них называется туалетом. Вот эта мужская часть. Вот этот ужас. Ну все, посмотрели. Гостиница. Честно, не знаю, до Бийска еще не доехали. Но где-то после Буланихи. Это у нас. Сейчас, наверное, пойдем кушать. Мы уже хотим кушать. Это у нас с машинкой проблемки. Ну что, Наталья, идем? Жесть! Да, мы решили пожрать. Мы жрать хотим. Вот кафе Подорожник. Идем в Подорожник. Вот под Подорожник. Вот нет, там, наверное, с той стороны. Пойдемте в кафе Подорожник. Наташа, помаши ручкой, помаши. Вот, молодец. Вот закусочно-торговый павильон «Друзья красота»-то какая. Лепота? Не, зачем нам торговый? Ладно, пошли в торговый. Все. Больше гламура.